Намасте. Я сейчас нахожусь в Алтайском Холмогорье, на Алтае, в центре, где выращивают и перерабатывают лекарственные травы. Скоро здесь открывается центр звукотерапии. Вот сегодня мы с музыкантом Артуром Вшивковым делаем мастер-класс по йоге голоса и звукотерапии, также по аромапсихологии. Здесь скоро будет центр звукотерапии, как я уже сказала. 24-25 июня будет гастрономический фестиваль, очень большой, очень интересный, с большой программой. И я приглашаю вас на туры. Мы вместе приедем сюда, попрактикуем звукотерапию, расслабимся, избавимся от стресса, выпустим пар. И затем уже в Горном Алтае продолжим эту практику природотерапии, где мы посетим водопады, посетим места силы, где реки Катунь. Привет, да нет, все нормально. И в результате вы сможете набраться сил, энергии для любви, радости, успеха, удовольствия. Приглашаю.